По данным СМИ, вице-мэр Олеся Янчук может покинуть свою должность. Якобы чиновник написал заявление по собственному желанию. Отмечу, что подтверждения от информации пока нет. Сам Янчук находится в отпуске за границей. На своей должности он курирует сферы торговли и внешней рекламы. Ранее он занимал должность начальник управления торговли во времена Эдуарда Гурвица, а также при Алексее Костусеве, а вице-мэром стал в бытность Олега Брындака, исполняющим обязанности городского головы. Напомню, весной Геннадий Труханов попрощался сразу с тремя своими замами – Андреем Котлером, Петром Рябоконем, а также первым вице-мэром Анатолием Орловским.